Вот и что делать, когда хочется все сразу и немедленно. Моя типичная корзина, чтобы вы понимали, выглядит как-то так. Йогурт, пакеты для стерилизации, туалетная бумага, курица, капуста. Ох, меня кто-нибудь остановит, и где все это взять? Как я это сделала, рассказываю и показываю. Девочки, просто я вхожу в почетный X5 клуб. Это обновленная программа лояльности Перекрестка и Пятерочки, в которой теперь появилась возможность копить баллы в гипермаркете впрок. Волшебство в том, что я сейчас использую всего одну карту, виртуальную, в приложении Пятерочка и Перекресток. Вы тоже так можете. Ну или просто подключите любую пластиковую карту, привязанную к X5 клубу. В чем плюсы? Баллы копятся очень быстро и прям ощутимо много, если заказываете продукты. Ну или какие-то другие товары. Я, как вы уже поняли, заказываю абсолютно все. Итак, как работает эта программа? На первом уровне вы получаете 0,5% от суммы чека, а на втором уже 1,5%. Ну и самое классное, что этими баллами, которые начисляются всего за 48 часов, можно оплачивать до 30% во впрок, до 50% Пятерочки и до 30% Перекрестки. Везде выгода. Кстати, по промокоду КЛУБ600 у вас будет скидка в 600 рублей на первый заказ, и плюс вы получите еще и 2000 баллов X5 клуба на следующий заказ. Подключайтесь к программе лояльности X5 клуб, скачивайте приложение впрок, активируйте мой промокод и закупайтесь впрок. Все подробности по ссылке в описании. Девчонки, смотрите, какие красивые цветы мне подарил муж. Хочу с этого начать влог. И еще хочу вам рассказать, что на моем YouTube-канале вышло новое видео. Мы его снимали довольно-таки долго, и я долго продумывала, чтобы ничего не забыть. Короче, наконец-то у меня дошли руки снять видео о том, что нам пригодилось с ребенком, чем мы пользуемся, чем не пользуемся, что вообще не надо покупать, что, например, на второго ребенка я точно не буду покупать, а что обязательно буду покупать или сохраню, знаете, никому не подарю, не отдам, не продам из того, что у нас уже есть, какие гаджеты. Вот, очень полезное видео для тех, кто планирует деток, у кого уже скоро пополнение, кто даже недавно стал мамой, кто вообще даже детей не планирует, просто очень полезно посмотреть всем, даже элементарно для того, чтобы знать, что дарить молодой семье, молодым родителям, которые, например, собираются стать родителями. Ну, короче, вы поняли, реально видео полезное будет всем. Также мы показали кроватки наши, да? Какая кроватка нам очень нравится, какая нам не очень нравится. Так что обязательно перейдите по ссылке, посмотрите видео на моем YouTube-канале, обязательно подпишитесь, буду вам очень-очень благодарна за подписку на YouTube, для меня это правда очень важно, мне хочется тоже там преуспеть, так сказать, потому что некоторые мои коллеги меня значительно опережают в плане подписчиков, и я, конечно, немножко такая как бы грущу. Ну, короче, буду просто вам очень благодарна и за комментарии тоже. И смотрите нарезку из этого видео про то, что нам пригодилась с ребенком. Привет, всем привет! Сегодня я вам все покажу, что нам пригодилось с малышом. Совершайте такой ошибки, как совершила я. Мне в целом очень нравится эта баночка. Вот так вот и используем, очень удобненько. Здесь, конечно, наше богатство. Вроде как и зря потратили около 30 000 на эту хрень. Что, ребенок обязательно уткнется, задохнется? Помнишь такую картину? Так ходила по квартире, что-то там убирала. Меньше денег тратить на всякую ерунду. Как в магазине, знаете, игрушки висят. Вот так вот ходишь, мяк, шмяк, шмяк. Пока не заходит нам эта штука. Поговори про эту классную люлечку. Но уже сейчас это абсолютно не актуально. И эта штучка очень нам помогала. Мой любимый комод. Я говорю, я так не укачиваю. Детям вот такое вообще не надо. Тут у меня порядок. Так, так, шмяк, шмяк. Дайте ребенку тряпку махровую. Мы вообще не прониклись, не заценили. Вкусовщина. То бортики мягкие, все равно нужны в кроватке ребенку. Думаю, такая буду хорошая мама. Да, вы счастливые обладатели кучи стульев. Что ж это такое, что ж это такое? Этот стульчик мы отправим на дачу к моей маме. Коляска, это необходимая вещь. Мамочка на опыте. Многие вещи, по сути, не нужны. И качаешь малыша. Стайлбокс мне больше нравится. Какие лучше, почему там ребенок такие не берет, такие не берет. Многим мамочкам, будущим мамочкам тоже будет полезно посмотреть это видео. Всем пока. Привет, ребята, новый день. Я сегодня накрасилась. Я вчера просто снимала влог, доснимала, так сказать, без макияжа. И это вообще трэш. Трэш в том плане, что у меня просто весь влог получился без макияжа. Это вообще на меня не похоже. И я там еще рассказывала, что я вчера оделась как бомжиха, во все грязное. Вот, кстати, заказала химчистку сегодня. Не знаю, сегодня приедут, заберут вещи
купать, так сказать, или завтра, может, не знаю. Короче, ужас, я в шоке. Это, знаете, кто-то мне написал в директ, типа, да-да, Юль, типа, ничего страшного, все мы там когда-нибудь окажемся. Ну, якобы, типа, знаете, материнство, что у тебя нет времени, ты такой бегаешь, не успел постирать. Конечно, все это ерунда, на самом деле. Если говорить про куртку, я даже, может, вам ее покажу. Если сегодня ее будут забирать в химчистку, я даже прямо ее достану, вам покажу, насколько она грязная. Ну, типа, знаете, там обтертости от машины, на рукаве просто кофе разлито, это еще с прошлых годов, просто ужас. В общем, ладно, что рассказывать, хотела рассказать не это. Сегодня пятница, к нам приходили, делали уборку. Я вам уже рассказывала, что у нас есть девушка, клинер, которая приходит раз в неделю, по пятницам обычно, так вот мы договорились, и она убирается. Пока она убиралась, мы спали. Очень классно. Вот. А сейчас время 1:30, но она уже во сколько ушла. Короче, не знаю, приходит она в 10 утра. Ну и мы спали где-то, наверное, до 12. Анютка до сих пор спит. Короче, я тут думала, у нее скачок роста, вот это все. Ну, то, что что-то такое с ней интересненькое происходило, по крайней мере, происходит, это точно. Потому что она такая немножко нервная стала. Бывало там, что, знаете, просто лежит соску. Упала, и она так начинает сильно плакать, что просто вообще, ну, со сном какая-то непонятка, днем плохо спит. Но вот вчера она, в принципе, нормально поспала днем, даже вечером она 2 часа как-то поспала. Просто до этого, типа, по 1/2 часа спала. Ну, я просто, знаете, не понимаю, где вот эта вот грань, когда этот сон еще как бы считается нормой, а когда уже, типа... Да и не должна она столько спать, в принципе, она уже выросла. Ну, короче, вот такая вот непонятность. Вообще, я спала с косичкой. У меня тут должны быть какие-то супер-пупер секси-волосики. Короче, башка у меня линяет, я уже говорила. После душа вычесываю просто тонну волос. Кстати, я не причесывалась, просто спала с косичкой, но потом я эту косичку нарушила, и в итоге уже не то. Но все равно, дерзко. Сижу я на балконе. Потому что здесь хороший свет, и здесь у меня что-то где-то как-то. В общем, поделюсь с вами тоже, хотя я в Телеграм уже рассказала, но коротко. Короче, я заказала от какого-то российского магазинчика в запрещенке вот такую сумку. Mommy bag. Сюда входит еще вот такая сумка и еще одна тоненькая, она у меня там. Короче говоря, я делала на нее распаковочку в сторис. За эту сумку я заплатила 7000 рублей. Нет, в целом она прикольная. Ну, типа, так закинуть шмотки и пойти прикольно, если не вглядываться. То, что здесь вот такие буквы. Короче, не знаю, видите, нет? Они просто приклеены на этот искусственный мех. Просто сюда приклеены и... Просто даже без стирки со временем они нафиг отвалятся. Ну ладно. Мы уже с Дашей обсуждали, с моей ассистенткой, что типа может и хорошо, если они отвалятся. Короче, не суть. Я не знала, но оказалось, что у этой сумки есть оригинал, прикиньте. Для меня это был просто шок. Причем оригинал там не сильно дороже стоит, но я так поняла, что у нас в России не продаются такие сумки. Но я прям почувствовала себя, знаете, обманутой. Я не стала возвращать сумку, писать, но я в ахере. Просто в ахере. Ну типа, знаете, немножко... Короче, как сказать, конечно, тут дело не в оригинале. Ну, в смысле, я покупала эту сумку, потому что она мне, ну, типа, понравилась. Я хотела себе такую сумочку, мне показалось прикольно. Тем более, что мы ее уже брали с собой на съемку. Очень удобно, я туда все для ребенка положила. А вот кажется, что, типа, что ребенку надо? Ну, взять пару подгузников, там, присыпочку, запасной костюмчик, бутылочку там с водой, с молоком. Все, ну, там, пару игрушечек. Ну, конечно. А пеленки? Ну, потому что мало ли в каких обстоятельствах ты окажешься. Все равно хочется, чтобы все было под рукой. Там, салфетки, пачка, она тоже не маленькая, извините, не везде поместится. Плюс, если это какая-то студия, вот как мы ездим, да, родители блогерские со съемками за своими ребенка таскаем, то, понятно, ребенку тоже какие-то наряды взять. Хотя в итоге, вот то, что у нас съемка была, Анютку мы никак не фотографировали сильно отдельно, просто делали пару кадров, где она у меня на ручках. Причем она в этот момент ела грудь. Я специально так говорю, потому что периодически вижу в комментариях, типа, блин, Юль, как ты надоела со своей сися, титя, грудь, ГВ. Ну, типа, потому что я постоянно об этом рассказываю, даже показываю, как я кормлю ребенка. Ну, без подробностей, понятное дело. И кого-то это очень сильно триггерит. Я не знаю, я, скорее всего, вернуться назад, до того, как я родила, у меня появился ребенок. Я бы тоже, наверное, думала, господи, ну сколько можно свои сиськи пихать в камеру, реально. Сколько можно об одном и том же, об одном и том же. Ну вот девчонки в комментариях правильно заметили, те, у кого есть дети, что
когда у тебя появляется ребенок первый долгожданный, особенно вот первый, я думаю, это важно тут учесть, что ты еще весь такой типа вау, вау, для тебя все такое, знаете, открытие, вау, ты не можешь ни о чем другом думать, кроме как о ребенке, о том, что ты кормишь его грудью. Ну, короче, это просто, ну, не объяснить. Но я понимаю людей, конечно, тоже. Вот в комментариях там у меня вообще жесть, просто жесть. Ну, блин, я понимаю, что и я не молодец. Ну и люди тоже, как всегда, не понимают. Но я уверена, что сейчас должно все. Ну, я надеюсь, бля. Если нет, это будет угар. Если, типа, это продолжится. Потому что, знаете, у меня выходили влоги, получается, старые, где я беременна, выходили. И там все писали, да надоело уже смотреть на тебя беременную. Мы хотим уже смотреть на твоего ребенка, на твою жизнь актуальный. Даже если не на ребенка, просто пока снимай влоги без ребенка. Мы хотим смотреть актуальный контент. Короче, были комментарии только об этом. Под влогами, где я беременна. То, что я выпускала позже, когда уже родила. Потом, короче, я сняла контент уже с ребенком. Начала выпускать. Да-да, доело уже эти видео, что там про ребенка. Грудь, говори. Одно и то же. Я думаю, да ёптать. Ну, типа, реально. Я понимаю, что самый лучший вариант — это просто выпускать контент здесь и сейчас. И это логично. Очень логично. И я надеюсь, что так и будет, потому что сейчас, как я уже рассказывала, вот просто мне сейчас менеджер пишет, типа, Юль, надо завтра выпустить видео. Сегодня-завтра. А я только вчера выставила видос. И все. То есть я понимаю, что... За секунду сейчас у нас выйдет. Короче, к нам пришел Baby Bjorn. Сейчас покажу. Заказала я, значит, на маркетплейсе эрго-рюкзак. Мне потом подписчики написали, то, что Юль, все равно не надо сейчас носить эрго-рюкзак, пока Анютка не сидит. И я в итоге, конечно, обломалась жестко. В Телеграм тоже делилась, что я только сейчас, когда Анютка, во-первых, весит уже немало, и спина моя просто в ахере, реально. Но я все равно ее ношу, понятное дело, ну, потому что... по-другому никак, ну, не знаете, не 24 на 7, но часто, конечно, ношу все равно. Но даже поднимать, класть, ну, все равно тяжело. 7 килограмм-то 200, 7, 200, охуеть. Короче, и я сказала, эрго-рюкзак, думаю, блин, прикольно, ну, будем как-то так вот по дому ходить, туда-сюда, по ТЦ, мало ли, куда мы там шляться будем. Потом, во-первых, я не допетрила то, что сейчас зима, куда мы сейчас, типа, по улице точно не будем ходить с эрго-рюкзаком. Он там до 15 килограмм, по-моему, рассчитан. Но я думаю, что она сейчас так быстро набирать вес не будет. Это, на самом деле, нормальная такая тема. Бывает, что детки первые месяцы очень так активно набирают вес, а потом уже медленно, то есть потом уже не сильно меняется. Я думаю, что это наша история, по крайней мере. У меня также было, мама говорит, что я сначала прям каждый месяц там килограмм, килограмм 200 набирала, а потом уже не было такого активного роста прибавки веса, поэтому как бы надеюсь, потому что спина реально в ахере, а ребенка-то еще долго таскать надо. Он же завтра не пойдет своими ногами, знаете. Все. Да и даже тогда носить придется, наверное, в каких-то ситуациях. Хотела эрго-рюкзак, прикольный, потому что тот, который у нас есть, что-то я не разобралась, как будто он больше на вырост, и мне показал. Короче, что же сказать. Пришел эрго-рюкзак, 30 тысяч. Заплатила за него. Какой-то он странный был, когда пришел. Знаете, я подумала, что его кто-то просто сдал. Типа, поносил и сдал. Но я надеюсь, что это не так. Но в любом случае, я его собираюсь постирать, поэтому, в принципе, похер. Я, конечно, такой этот покупатель, потребитель, вот эти маркетплейсы. Приходит мне что-то не по-моему. Вот мне лень сдать обратно. Ну, наверное, это, знаете, какой-то, типа, богачка. Типа, мне не жалко этих потраченных денег, я, типа, либо забью, либо кому-то отдам, либо выкину вообще. Ну, не такие, конечно, вещи выкидывать, но, грубо говоря, мне приходили как-то коробки, контейнеры для хранения, органайзеры, они воняли говном каким-то, извините, мне кажется, даже не говном, просто говном, а вот прям, не знаю, каким-то навозом, вот чем-то вот прям, короче, говном. И это ужасный был запах, просто ужасный, он не вымывался, не выветривался, ну, просто сдохнуть можно. Вот такой вот эрго-рюкзак, я его мерила. И в чем суть? Самое главное, что у ребенка должны ножки буквы М быть. Вот. И я просто попробовала, как-то Анютку сюда засунула, но мы в итоге так как-то и не походили. Буквально я сфоткалась, поделилась то, что вот к нам пришло. А, даже не в этот, а в другой эрго-рюкзак ее засунула. Ну, короче, вот в этом, мне кажется, все более понятно. У нас есть еще эрго-рюкзак от бренда Chica. Он тоже классный. Мне, кстати, написали, что от Chica он даже более правильный, более хороший, чем от Baby Bjorn. В общем, не знаю, девчонки, тоже поделитесь в комментариях. Но я надеюсь, что этот гаджет окажется нам очень полезным, но сказали, что все-таки лучше не сажать сюда ребенка, пока он сам не сидит. Все равно будет нагрузка на позвоночник, особенно, мне кажется, для девочки это тоже нехорошо, знаете, чтобы никаких загибов матки не было. Хотя, я не знаю, может, от этого, конечно, не зависит, напишите в комментариях, умники и умницы, знатоки, короче. Вот, я хочу его постирать, надо вообще понять, как его стирать, кстати. Тут есть инструкция, мне что-то понравилось, что тут какие-то крепления прикольные, ну, типа, все какое-то более такое, пробил, да, какая
систему, с которой надо разобраться. Так, ищу штучку, чтобы понять, как стирать. Стирать можно 40 градусов. Проблема решена. 40 градусов. Я его постираю, потому что... Нет, пришло типа все нормально. Лежало красиво. Коробка оригинал. То есть это все точно оригинал. Но у меня вопросики к тому, что есть ощущение, что кто-то как будто все-таки, ну, типа, пришел к нему этот эрго-рюкзак. Я заказывала на маркетплейсе Озон. К нему пришел этот эрго-рюкзак. Человек, он только посмотрел. Не буду. И типа красиво обратно сложил или просто вообще как-то сложил, а уже потом его красиво сложили. Но просто он был без упаковок каких-либо. И меня это немножко напрягло. Тут есть инструкция, есть на русском языке тоже, на разных языках. Есть вот такая милая картинка. Кстати, надо скинуть Даше как референс и снять тоже такое. Очень красиво. Обычно наши влоги начинаются с Анютки. Как Луня. Ой, сладенький. Ой. Доброе утро, сладкая. Привет. Привет, моя малышка. Привет, солнышко. Что тут? Кто тут? Мама, папа? Чего это без... я же думала, без настроения. Сочонечек. Как спалось? Гуга? Гуга-баба. Буба-мума? Буба-гага. Хуба-буба? Ничего вы, котеночек. Ничего вы... А в камеру все смотрите, в камеру. Конечно. Ну все, мам, пошли кусать. Ой, кто-то тихнул. Ой, сладенький. Сейчас будем зарядку делать. Активитис, так скажем. Бис? Бис! Мама уже идет. Как мама идет? Просто. А вы как думали? Что думаете, я налегке хожу? Короче, сейчас я сюда Анютку засуну. Покормила Анютку. Не сказать, что она прям много как-то ела. Ну, наверное, сильно голодная, да? Пригадай-ка. Сейчас мы будем витаминки пить. Коресненький какой. Бубик мамин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, даю ей витамин D в капельках. Вот такой вот. Сначала давала 2 капли, потом педиатр сказал 3, теперь вообще 4 даем. Слышала? 4. Да, не самая вкусная жижа. Знаете, прикол, она еще какие-то разы выплевывала. Я думаю, да ты вообще уже обвозрослела вся. Выплевывать научилась? Да, Варюшка. Эй, все, встать пытается. Ну, сейчас чуть-чуть время пройдет после кормления и поползет. Сегодня у нас родился новый прикол. Короче, как вы знаете, я делилась и в сторис тоже, то, что каждый день мы просыпаемся, Слава встает, берет Виву, они идут вместе за кофе, Вива чуть-чуть гуляет. Ну, короче, после этого, во-первых, у Вивы вообще башню снесло, потому что она начала делать? После этого она начала терпеть, типа вот она терпит, в туалет не ходит на пеленку, она обычно как? Привыкла. Чуть-чуть захотела, пошла, сделала. А тут она начала себя вести как, ну, обычные нормальные собаки, которые весь день в духе терпят, потом один раз идут на улицу и как лужу напрудят. Так она начала так делать, только эту лужу, которую она накапливает, она знаете где делает? Знаете где? Да где угодно, дома, только не на пеленке. И на кровати, что только не было. Поэтому она у нас переехала с кровати на лежанку. С того момента она перестала гадить, где попала. Офигенно, просто офигенно. Так вот, родился у нас новый прикол. Сегодня я хотела заказать Яндекс.Лавку. И у меня почему-то в приложении их нет, именно лавки. То есть другие магазины, какие-то рестораны есть, а их нет. Я Славе говорю, посмотри, у себя есть, нет. Короче, выяснилось, что, ну, видимо, сегодня может какая-то, не знаю, у них там обработка. Не знаю, что-то не работает, короче, сегодня до 11. Так вот, я просто через них периодически заказывала себе кофе. Конечно, у нас в кофейне кофе поклевей, но там тоже норм, меня устраивает. И я, вот как раз, когда Слава уезжал на дачу, поскольку мне хочется проснуться, попить кофе, а потом уже что-то делать, например, пойти гулять, не гулять, я начала заказывать себе кофе. И оказалось, что вообще офигенно. Приходит кофе с какой-нибудь булочкой, сидишь такой, пьешь кофеечек. Прям супер. И, короче, сегодня они почему-то не работают. Я тоже хотела заказать, потому что пока Слава встанет, пока то все 5-10 дойдет, я уже кофеек попью, ну, короче. И в итоге не работает, и мы поржали, я сказала, что, ну, типа, есть Яндекс.Лавка, а Славу я назвала, типа, Яндекс.Славка, ну, короче. И мы с этого поржали, что он в итоге пошел, принес кофеечек. Вот, так что я сижу, пью кофеек, который доставила Яндекс.Лавка. Анютка там с зеброй что-то кочерыжится.
Надо, кстати, поставить, что я ее покормила, чтобы таймер у меня был. Сегодня, кстати, ей 3 месяца и 3 недели. Какая классная фоточка. Сегодня 3 месяца и 3 недели моей любимой девчули. А еще у меня есть вот такой вот отменный круассан. Недавно я ходила в салон рядом с домом, и там все прошло хорошо, поэтому сегодня без трешек. Знаете, а то бывает, мне там ногти спилят, еще что-то сделать не так. Смотрите, какой у меня круассан. Смотрите, вот это я, вот это Анютка. Похоже? Привет! Здравствуй, моя любовь! Здравствуй! Ты с каждым днем все прекраснее и прекраснее. Фу-фу-фу. Не просто необыкновенная девочка. Такая сладенькая, такая взросленькая уже. Ой, вообще-то не могу. Такие же умные у нее глазочки, да? Ты моя прелесть. И ты моя сладкая такая, господи. Ну почему ты такая сладенькая, а? Гы? Гы? Не знаешь, да? Не знаешь? Чего она знает? Потому что ты наша, поэтому ты такая сладенькая, да. Моя радость. Ну опять у тебя ножки голые, а? Ой, девчонки, напишите в комментариях, у кого такие же бабульки. Приходят и говорят, ножки холодные. Ты моя радость, да? Ти бабулькина радость. Ти моя куколка любимая. Такая ты сладкая. И чего я выгляжу? Эй, ты маленький мой зайчик. Ля-ля-ля, Юткин. Сладкие щечки. Сладкие щечки. Привет, малыш! Ты сладенькие щёчки! Ты летаешь! Ты моя радость! Вот, вот так бабушка и возьмет! Вот такие, такие сладенькие, такие сладкие, присладкие! Да? Сладенькие! Ой, бабушка прям с грязной головой была! Да ты с внучечкой! Сладкая моя девочка! Анюки! Ой, такая вкусненькая. Просто невозможно вкусная. Сладкая. Сладенькая. Твоя бабушка тебя качает, да? Иди к нам, мама, вместе встанем. Анюткин! Так, ребят, от нас ушла моя мама с моим братом Сашей. Они заезжали в гости. Сейчас они поедут на дачу. Короче, ненадолго заезжали, просто повидаться с Анюткой, с нами повидаться. Санёк, конечно, капец, такой взрослый уже стал, вы офигеете. Не знаю, думаю, как-нибудь его вам покажу, если он будет не против, потому что он уже реально такой взрослый, такой деловой, прям вообще подросток-подросток. А был такой маленький малыш. Короче, капец. На улице прям зима, я в шоке. Просто, ну то есть, как бы еще, что, считай, месяц до официальной зимы. У меня машина вся в снегу, вот. То есть прям нормально нападало. Еще ночью выпал снег. Я думаю, ну утром типа все растает, ничего не будет. А в итоге снег прям идет, охренеть. Реально снег. Даже не знаю, рада я, нет. Да мне пофиг, если честно. В том плане, что у меня нету, знаете, каких-то типа, ой, блин, зима. Вообще надо задуматься, у меня же скоро днюха. 26! Зато, вы представляете, вот я как хотела, типа, в 25 родить. И я родила в 25. Потому что мне кажется, я так хотела. Либо я хотела до 25 родить. Ну, что-то такое. Ну, это, знаете, такие, у каждой девчонки наверняка есть какие-то такие, вот, хочу в таком-то возрасте выйти замуж, в таком-то возрасте то, все, 5-10, родить. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Какие у тебя носочки? Ты любишь маму? Сколько тут у тебя носочков? Сколько всего? Гня, ну чё, будешь ползать? Будешь, скажи маме. Еще хотела вам показать воду. Это не какая-то там интеграция, это просто мы очень много пьем воды. Особенно я. Просто без воды не могу жить. Где это вообще видно, девчонки? Я же не знаю. В плане воды мне вообще всегда было пофиг. Не фанат, короче. Вивочка, иди к нам. Привет! Такая вот она сутка. А, нет. Короче, рассказываю, девчонки.
Что я хотела с вами обсудить? У меня есть целый список тем, которые я хотела обсудить. Вообще, я знаю, что кого-то там надоела уже тема про ГВ, но, как вы помните, у нас каких проблем только не было. Хотя, казалось бы, началось все просто супер. Но потом были разные проблемы. Я думаю, отказ от груди был. Ну, он такой был, типа, недолгий. Пару дней буквально. И то не факт, что это был отказ от груди. Ну, вот она ела, я вам рассказывала во влогах, она ела, отпускала. Ну, ест, потом такая, типа... Потом обратно присасывается и ест. И, короче, так было очень, ну, много раз. Я думаю, да что же это такое? То есть это было похоже на то, что ей что-то не нравится. То есть не больно, а именно не нравится. Я просто это все, ну, как бы терпела, так сказать. Старалась так, сяк кормить. Но это не каждое кормление было, но практически каждое. То есть это было действительно очень выматывающе. И я, конечно, переживала, не понимала, в чем дело. Ну, как бы расстраивалась тоже, ну, в какой-то степени нервничала, понятное дело. А потом уже началась такая история, что я ее кормлю, ну, вы знаете. И она плачет уже так, что ей больно, потому что у нее еще не сформировалось все в животике, вот этот ЖКТ, и получается каждый глоток он вызывал у нее, видимо, какой-то спазм, ну, короче, не по кайфу было. И она прям, ну, орала так вот, что ей больно, ну, короче, это ужас какой-то. Гугуня, 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 ты моя рыбка, все понять захочет, нельзя, нельзя. А что ты на животике не лежишь? Кочевряжешься, кочевряжешься, кочевряжешься. Короче, у нас как раз в тот период были колики. С 2 недель где-то полных, то есть на 3-й неделе начались колики. И вот с того момента, когда начались колики, у нас потом начались и проблемы с ГВ. То есть сначала вот эта история, что отпустил, как будто что-то просто не нравится, потом прям, что больно. Было такое, что она типа как будто не могла присосаться. Ну, знаете, как будто бы она забыла, как это делать, хотя она не забыла, как это делать. Мы в тот период принимали Биогаю, Эспумизан Бэби перед кормлением, укропную воду. И вот в какой-то момент все это усугубилось. У меня как раз выходил влог, и я там рассказывала о том, что прям даже плакать мне иногда хочется, насколько бывает это тяжело морально, когда твой ребенок плачет от боли, когда ест. Ну, то есть, это, знаете, прям... Вот я чувствовала, что я должна ребенка доставлять, как сказать, удовольствие, насыщение, удовлетворение биологических потребностей, в конце концов, покормить ребенка, а я ребенку тем, что кормлю, доставляю боль. Ну, короче, это на самом деле очень тяжело. Ну, ничего, прошли. На самом деле, вот всем девчонкам, молодым мамам, кто вдруг столкнется с какими-то такими проблемами, просто вот что хочется сказать, что да, возможно, будет в моменте казаться, что это вообще трэш и как-то тяжело, но поверьте, все решаемо. Все проходит, и это как колики, которые тупо надо пережить. Да, да. Вот у нас как закончились колики, у нее не закончились где-то в 2 месяца, может, 2,5, вот так вот. Как только у нее закончились колики, все вообще закончилось. Все вот эти вот приколы с грудью, с тем, что она кушала и плакала, типа, вот от боли животика. Короче, как только все у нее там в животике сформировалось, ЖКТ вот этот настроился как надо, вообще все, как рукой сняло. Единственное, что, вот видите, у нас, типа, колики закончились относительно рано. У кого-то они до полугода, так что, девчонки. Кто бы что ни говорил, но то, что вы едите, однозначно 100% влияет на ваше молоко. У меня есть знакомая, и вот у нее, у ребенка были ужасные колики. Просто вообще кошмар. У ребенка все было хорошо с животиком, и не было никаких колик, только тогда, когда она сидела на очень строгой диете. Но, наверное, это все индивидуально в любом случае, потому что я не сидела на строгой диете, скажу честно, я, в принципе, ела, что хотела. У меня есть продукты, которые я не ем, есть ограничения, которые, по сути, я сама себе назначила. То есть я, например, не рискну сейчас мандарины есть, апельсины, орехи, хотя все равно какие-то печенья, которые я ем, там 100% есть какое-то содержание, наверное, орехов, но я не рискну, потому что это такие прям аллергены. Да? Бо. А кто там? Кто это там такой? Защитница. Дим, это я. А ты уходишь, что ли, куда-то? Да. Куда? На лейбл. Да ты что? Ну, пока. А ты надолго? Да нет, я быстро. Ну, ладно. Осторожней. Ага, ну, у меня машинка на шипах. Ну, да, ты крутой, конечно. А? Да-да, ты крутой. Слава на своей машине поменял колеса, а на моей пока мы не успели, но надо. Ну, потому что уже снег, нихера себе, да? Еще у Анютки есть аллергия. Она такая, сегодня тут какое-то пятнышко, завтра его тут нету. У меня у самой какая-то хрень, я честно не знаю. Может, это не аллергия, может, мне вообще надо к дерматологу сходить провериться, вдруг это что-то другое. Но мне кажется, это какая-то, знаете, нехватка витаминов, плюс вот этот период после родов, да?
У мамы сейчас волосы выпадают, повсюду валяются. Это вообще просто трэш. С волосами тоже, девчонки, осторожнее, потому что детки могут себе их наматывать на пальчики, на ручки, на шею. Очень страшно, поэтому даже если вдруг увидите где-то у ребенка волос, например, ваш, то вы его сильно резко не тяните, потому что может, ну мало ли, не дай бог что. Постарайтесь аккуратно его распутать. То есть вот такие вещи, типа волосы, никогда резко не тяните. Я просто бывает у Анютки в руках нахожу свои волосы. Ну, не в большом количестве, не замотанные, конечно, но все равно. А вот про волосы нам еще в роддоме говорили, что осторожно. Опа! Не знаю, что она... Это вроде лежит, а потом начинает как будто левитируем. Вот с чем она так делает? Что это значит? Ничего не понимаю. Ты что делаешь? Может, ты кушать уже хочешь? Зачем так левитируешь? Левитируем! Как она уже хочет ползать и ходить? Она ну, хочет, давай ползи. Нам помогло справиться с трудностями ГВ. То, что вот было, то, что она ест, ей больно в животе. Просто время. Время. Я продолжала... кормить грудью, ничего не знаю. Хотя был период, когда я ей давала бутылочку, типа сцеживалась. Но это буквально типа пару дней я сделала, и то, потому что мне вдруг в один момент показалось, а вдруг у меня типа нет молока. Потому что она что-то там, знаете, присасывается к груди. И такая, как будто бы, короче, как будто бы там нет молока, и она из-за этого нервничает. В общем, какая-то такая фигня была. Но мне нужно было убедиться, что там все ок, и поэтому я сцедилась. Но теперь-то я знаю, что все ок. И думаю, что, конечно, уже у меня зрелая лактация наступила, потому что грудь. Не бывает какой-то супер твердый, только если 6 часов я ее не кормлю, потому что бывает, Анютка спит. Вот 6 часов или 5, если я ее не кормлю, а такое бывает, что Анютка спит ночью очень долго, не просыпаясь на кормление. Вот тогда да, тогда груди наливаются молочком. Что-то Анютка сейчас не в настроении всякие крутиться, вертеться, как-то странно лежит. Ну ладно, мы еще с ней покрутимся, повертимся. Вот этот коврик мне очень нравится. От Happy Baby у нас был, который я заказывала на маркетплейсе, который типа квадратики собираешь, такой как пазл. Мне вообще не зашло, честно, прям вообще не понравился. Он сам по себе какой-то даже как будто более твердый. Этот мне больше нравится. И тут есть какие-то такие ребристости, мне кажется, малышу это очень интересно. Ну, для ощущения поверхности. Но они такие, типа... норм. Плюс он складывается классно, и мы вот когда поедем в домике отдыха, я думаю, мы его с собой возьмем. Ну, хотя, не знаю, посмотрим. Он, в принципе, много места это не занимает. Возвращаясь к проблемам с ГВ, хотелось бы еще раз сказать, подведя итоги, что все проходит. Вот все проходит, и самое главное просто набраться терпения. Иногда это бывает тяжело, потому что, в принципе, ну, ты весь такой быт, домашние дела, жизнь изменилась. Ну, короче, типа, знаете, много причин для того, чтобы и так быть каким-то таким, ну, немножко, может быть, нервным. Потому что все равно сильно все меняется, как ни крути. И я, знаете, бывает угораю с того, что раньше я думала, что, ой, типа, у меня нет времени на что-то. С появлением ребенка я такая, типа, блин, ну вот, типа, раньше у меня было столько времени на самом деле. Ну, знаете, вот чем-то заняться, пойти куда-то там учиться, съемки не съемки, но типа мне раньше казалось, что у меня нет времени. Короче, угар. Но на самом деле это тоже отговорки, потому что было бы желание, время всегда найдется. Сколько у тебя, хоть один, хоть два, хоть 10 детей, я уверена. Просто, знаете, вот это вот желание быть идеальной мамой. Идеальной мамой все равно, мне кажется, невозможно быть. Потому что все равно что-то где-то как-то. Вот я просто, по-моему, в Телеграме рассказывала, но здесь тоже коротко скажу. Потому что, ну, не все же там, может, послушали, кому-то все равно это будет очень полезно, кто сейчас там стал родителям в первый раз. Вот я Анютку каждый раз подмывала, когда меняла подгузник. Каждый раз. То есть даже когда просто по маленькому ребенок сходит. Подмывала, все такая прям ухаживаю. Думаю, я идеальная мать. Я-то за своим ребенком буду супер-пупер ухаживать. И что вы думаете, о прелости, не о прелости? Хотя, казалось бы, все насухо протираю, промокаю. Ну все, то есть, что за хрень? Вообще непонятно. Только я перестала ее каждый раз подмывать, решила, буду подмывать только... Ну вот, купаемся мы вечером, и, например, днем она сходит по большому делу. И я ее как бы перестала вот так вот подмывать, салфетками вытираю. Все прелести прошли. Я уверена, что все равно сейчас у нас какой-то такой период, типа скачок роста. Ч-ч-ч. Я даже скачала приложение, так и называется, скачки роста. Ну что такое, что такое? И там у нас написано, что сейчас пик. А что хочешь? Может, ты спать не хочешь?
У нас очень жарко в квартире. Ну как жарко, просто все закрыли, чтобы на полу ребенок спокойно лежал. Вот так вот она бывает урчит, прям вообще урчит. И, ну, не знаю, как будто жалуется. То ли она не хочет спать, то ли она хочет, но не получается. Ну, короче, такой вообще взрыв мозга. Ну, ничего, все, и это пройдет. И это, девочки, все проходит. Я уже, знаете, такая мамаша на опыте, типа, 3 месяца уже мать. И мы со Славой ржали. Ну, она просто бывает, знаете, орет. Опять орет. Кто-то напишет, как ты можешь применять слово орет к своему любимому ребенку легко. Потому что ребенок реально орет. Ну, а что он делает? Ну, короче, всякие нежные там, выйдите из чата. Ну, потому что это именно не плачет, именно ор, типа, и она бывает вот так вот кричит, орёт, просто по какой-то, типа, ерунде. И вот ты подходишь и понимаешь, что она просто хочет на руках сидеть. То есть это не то, что ее что-то беспокоит, то, что она хочет есть. Нет, типа то, с чем она спокойно могла бы полежать, типа, вот так вот не орать. Ну, понятно, она орёт, потому что она требовательная женщина такая растёт. Ну, короче, раньше, я говорю, Славе, надо снять такой рилс, типа, первый месяц, как я мама, типа, бегу на ор ребенка, типа, очень быстро бегу. Второй месяц, уже, типа, медленнее, уже медленнее бегу на крик ребенка. Третий месяц просто вот так вот иду, потому что, во-первых, закалёбываешься, во-вторых, уже, ну, реально, ты понимаешь, почему ребенок плачет. Я уверена, мамочки, у кого детки уже прям такие постарше, ну, типа, кризис 3 лет, я не знаю, что там. Но это, знаете, вот уже такие просто вот реально капризы. Ну, мне так кажется. Потому что бывает, она плачет непонятно по какому поводу. Ну, типа, знаете, показывает, что хочет спать, и как бы я его вот так вот шатаю, все, спать. И она такая, типа, не хочу спать. Кладу ее, орет. Беру ее, орет. Ну, то есть вообще не пойми, что хочет. Грудь предлагаю, не хочет. Подгузник сухой. Ну, то есть просто вот реально иногда бывает взрыв мозга. И ты думаешь, да чего тебе надо? Сама не знает иногда, что хочет, да? Вы посмотрите на эту хитрую, милую мордаську. Да, ты такая, хитрюга ты такая. Что я рассказывала-то по поводу того, чтобы ребенок сидел? Короче, я раньше не понимала мамочек, которые так хотят скорее посадить ребенка, чтобы он скорее сидел. Но сейчас, когда Нютка такая тяжелая, я думаю, господи, садись уже. Ну, потому что иногда так и хочется, знаете, ребенка просто на коленки посадить, все. Плюс еще мы не даем ей смотреть телевизоры и всякие, ну, телефоны. Ну, понятно, иногда она может туда посмотреть, но вот так вот, чтобы долго лежишь в телефоне, ребенок тоже залипает? Нет, конечно. И телевизор тоже, компьютер отворачиваем. Потому что понятное дело, что ребенка, если вот так вот посадить, то она с удовольствием будет сидеть смотреть все эти телевизоры. Но это не полезно. Сосочку теперь научилась держать. Ну как держать? Она ее бывает достает. Кто это там? Анютка, которая не спит. Нет, вы не подумайте. Мне сейчас, в принципе, не надо, чтобы она супер-пупер прям спала. Просто она сама мне показала, что хочет спать. Мама решила ей помочь. А в итоге, как всегда. Алло. Да, здрасте. А вы звонили, вот, мне 20 минут назад. Я? Да, с вашего номера звонили. А, ну ладно. 20 минут назад никому не звонил. Понятно, просто у меня 2 пропущенных от вас, странно. Ну ладно, до свидания. От меня? Точно от меня? Да, я же не заново набирала номер. Я телефон звонил, когда 20 минут назад точно не позвонил. Ну все, хорошо, тогда до свидания, извините. До свидания. А кто мне тогда звонил 2 раза и зачем? Так, после 4 мне сказали, что приедут, заберут вещи. Мне надо собрать вещи на, блин, химчистку. А на мне висит младенец. Младенец. Я ношу утяжки до сих пор. Вот. Но не сказать, что каждый день, но периодически ношу. Вот. Потому что все-таки думаю, они в какой-то степени что-то утягивают. Хотя я уже, конечно, похудела. Но живот еще есть, и я еще не идеально похудела. То есть я уже вешу 58-59. Вот так вот. В беременность входило 54. То есть спустя 3 месяца и 3 недели... Ну, почти 4 месяца получается. Блин, капец. Так быстро время летит. Вот, это при том, что я ничего для этого не делала. Ничего. Да если честно, мне кажется, особо ничего делать и не надо. Потому что ты и так носишься, как угорелый. Плюс ГВ, типа с этого тоже худеешь. Ну, не знаю. Плюс ребенка вот так вот носишь, еще качаешься, только не там, где надо. Вот. Жопу бы так накачать и пресс. По сути, я себе только вот здесь поясницу напрягаю. И тогда вот так вот делаю. И это плечо. Засыпает. Ну, уже такая в полусне. А мне нужно будет разобраться с вещами, какие отдать в химчистку. И я сейчас просто возьму пакет и туда накидаю. Потому что потом привезут их, конечно, уже супер-пупер клевыми. О, кстати, мне главное, знаете, что не забыть? У нас был гендер-пати,
И там у нас, получается, был розовый, как его, краски, вспомнила гендер пати, и приключения, какие там были связаны. Кстати, это агентство сначала вроде как типа закрылось, мне писали, а потом вроде как и не закрылись. Ну ладно, уже все, хватит. С гендер пати прошло дофига времени, и до сих пор я не отдала в химчистку это платье. Ну, просто как-то, знаете, не до этого было. Типа, беременный, потом рожаешь, потом ребенок. Ну, что-то вообще не до платья, которое все равно сейчас носить не будешь. Ну, конечно, это трэш. Надеюсь, что его смогут отмыть. Я думаю, что смогут. Классное платье, вот, но испачканное вот розовым вот этим вот. Плюс подол вот этот грязный. Короче, вот его отдам. Блин, 46 размер, интересно. Надо будет, наверное, может его как-то перешить потом. Или вообще продать. Ну, такое хорошее. Клевое платье. Чего, один раз только одела на гендер-пати. Надо к нему хотя бы фотосессию устроить. И еще, так, это не то, по-моему. Это мы на съемку брали. Костюм Славы. Где он? Вот этот. Его тоже надо. Он тоже немножко, по-моему. Но низ штаны точно испачканы были. Розовым. Или нормальный. Слушайте, ну все равно, мне кажется, можно отдать. Они же берут костюмы, химчистку. Все равно надо отдать. Можно еще вот этот костюм отдать, чтобы вообще чистый был. Ну, либо потом, не знаю, как быть. Просто хочется, знаете, такие прям найти вещи, которые хотелось давно сдать. Вообще, конечно, столько у меня вещей, охереть можно. Вот скоро у нас будет в квартире, когда ремонт закончится, у меня будет супер классный гардеробный. Там я все классно повешу. Все у меня будет на виду, красиво. А здесь то, что Слава привез с дачи, куртка грязная, про которую вам говорю. Вообще сейчас закачаетесь. Насколько она фу, насколько она грязная. Я вообще очень люблю этот пуховик. Ну вот, грязь, видите? Какие следы прям. Ну вот видно, что что-то разлилось, типа кофе. Потом. Вот. Просто трэш. Ужас. И понятно, что вот это типа мрамор рисунок, но вот это именно грязь. Вот здесь, в рукаве, грязь. Ну вот прям грязь, не могу вообще. Ну и знаете, куртка так немножко попахивает, потому что она на даче лежала долго. Получается, вот здесь вот капли вообще, просто говнище. Ужас, ужас. Это точно отдаем в химчистку. Тут еще вот такая шубка есть. Да это все надо отдавать. Пусть все моют. Тут у меня, кстати, офигенский вот такой пуховик. Он тоже грязный. Его тоже будем отдавать. А это нам сегодня погладили. И постельное белье еще погладили. Так вообще, конечно, я сама дофига перегладила за последнее время. Вот это тоже, хоть там и шубка, но это искусственный мех. И я видела на сайте, химчистка «Мама Люба» называется. И видела у них на сайте, что они такое тоже чистят. Так, надо достать, посмотреть, что там еще. Слава привез это в мусорных пакетах. А, ну вон там еще Славина куртка. Да-да, все это надо чистить. Это вот из верхних, надо еще посмотреть. На самом деле, я уже в эту химчистку не знаю, сколько пытаюсь вещи отдать. И постоянно что-то как-то не это. У нас на самом деле есть вещи, на которых есть какие-то, знаете, пятна, которые, ну, никак вообще не отстирываются. Но вещи хорошие, и в итоге они такие, знаете, просто чисто. На дачу поехать, домашние. Что, вроде, ну, не хочется выкидывать, понятно, из-за пятна уж. А тут бы что отдать в химчистку. Просто не знаю, надо было, конечно, пока Слава дома. Не, ну, в принципе, у нас прям настолько грязных вещей нет. Ну, наверное, вот куртки такое, да. Так, надо мне на телефоне звук включить. Я как родила, у меня на телефоне почти всегда беззвучный. Ты меня хрен дозвонишься. Так, что у меня здесь? Тут тоже есть что-то, что хотелось бы отдать в химчистку. Вот это, например. Что его в стиралке точно не вариант. Да, да. Пусть будет чистеньким. Классная кофта. Короче, она вроде как и классная, а вроде и нет. Из нее очень сильно вываливаются катышки черные. Хотя мне очень нравится вот это вот. Клево. С блестюшками. Да, костюмы, платья. Вот такое у меня есть. Может, его тоже отдать. Просто я такие вещи, понятно, сама стирать не буду. И вообще я костюмы, получается, как костюмы стирать. Это тоже можно отдать. Оно все, знаете, такое чуть-чуть как будто бы пахнет. Потому что оно тоже на даче было. Я туда-сюда возила. И пахнет, ну, типа, о, вот. Вообще точно надо в химчистку с какими-то пятнами. Ну, это может вообще даже влажной тряпочкой бы оттиралось. Но все равно отдам. Хочется, чтобы уже раз отдаем, то уже по красоте. Посмотрю еще вещи, которые я сама, например, не смогу постирать. Потому что для них нужна какая-то супер-пупер чистка. Что у меня тут вообще? У нас очень много вещей, отвезенных на дачу. Тут тоже сдам. Потому что классный пиджак. Его просто освежить надо. Потому что я его сама, конечно, стирать тоже не буду с висюльками. Непонятно, когда я его надену, конечно. Но все равно пусть будет чистый. Да? Классная идея. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч.
чем мы там остановились? Блин, тут как-то освещения прям не хватает. Что дверь закрывает, а тут мы все как-то не поставим. Ну, просто вроде как и хватает, а вроде как и не хватает. Ладно, ничего. В новой квартире все по-другому будет. Так, костюм. Вот этот. Классный костюм, но тут где-то есть пятно, по-моему, на штанах. Ну, не знаю, смогут его отстирать в химчистке, нет? Вот вроде выглядит типа чистым, но нет. Где-то там было пятно. А, вот. Вот эти пятна. Они не отстирываются, даже непонятно, что это вообще за пятна. Ну, знаете, как будто просто вот зимой ходила грязь, типа, от ботинок. Потому что это больше, ну, я не знаю, краска, что ли, херня какая-то. И, короче, вот это не отстирывается. Сколько я не пыталась. Ну, вот, кстати, я сейчас не пробовала со всякими средствами, когда вот кипяток, туда вот пару этих мерных ложек всякой вот этой жижи, и типа все отстирывается. Не, ну, реально, работает. Ну, вот я так не пробовала на этих штанах. Так что сдадим этот костюмчик тоже. Сейчас я все сюда навалю, а потом соберу. Чтобы когда приехали забирать вещи, чтобы у меня уже все собрано было, а то начнется. Ой, подождите. Я еще не собралась. Блин, ну я не знаю, что еще. Вроде все остальное такое чистое так-то. Типа не нуждается в химчистке. Костюмы, конечно, можно было бы. Клевый, конечно. Пинджак. Только носить его некуда. Мне кажется, все. Я даже не знаю, что еще сдавать. А, вот надо в этих, в куртках посидеть. Точно, точно. У меня самое такое проблемное. Это куртки. Куртки, куртки, куртки. То, что вот реально нуждается в этих в химчистках. Интересно, долго ждать придется, а то нам ходить-то не в чем. Вот эту тоже можно отдать Славину куртку. Что у нее тоже на рукавах пятна. Да эту я бы отдала. Хотя она не замученная. Кстати, у меня часто про эту куртку спрашивали, откуда она. Вот эта вот стеганая такая. Это Elastic Store. Прикольная курточка. Я ее люблю, хотя не так часто носила. В силу того, что это, знаете, как сейчас, я теперь просто рилсы буду снимать, понимаете? Есть такой рилс, типа, как я собираюсь, ну, одеваться осенью, и там какой-то стильный такой осенний лук. И потом, типа, ну, хоп, кадр меняется. И как на самом деле я хожу просто, типа, в куртке пуховик такая. Типа, там шапка, короче, сумка какая-то, рюкзак удобный. Ну, то есть, и это реально жиза. Вот столько красивых вещей. Просто вот даже на фотосессию мы ездили, я из шкафа достала два платья клёвых, реально. На одном вообще у меня бирка висела. И Даша говорит, у тебя столько, ну, типа, классных вещей. Я говорю, да, хожу я всегда в одном и том. Ну, вот реально, у меня, получается, все вещи красивые, они чисто для съемок. Да, я могу их в жизни носить. Но я очень люблю комфорт, очень люблю удобную одежду. Удобную в том плане, что, ну, типа, костюм спортивный, знаете, вот даже джинсы. Зачем мне джинсы носить в повседневной жизни? Они же все равно где-то давят, где-то то, где-то все. Там пуговицы, да, у меня ребенок, например, бывает, чтобы спину ему пуговицу. Ну, вот я такая, знаете, думаю, зачем? Неудобно. Вот эту жилетку обожаю просто. У меня тоже про нее постоянно спрашивают, откуда, что за бренд. Вот эта жилетка просто топ. Ее тоже в химчистку хочу отдать. Это Tumut бренд. У них, кстати, очень такие прикольные вещички, мне нравятся. И она такая вся, видите, в катушках. Ее надо постирать, ну, вот химчистку как раз, потому что она ни разу не была в химчистке. И вот так, точно такая же у меня куртка, пуховик длинный. Точно в таком же стиле, прям одинаковые, офигенные. Я их прям очень люблю, прям вообще тащусь. Поэтому надо, чтобы ее хорошенько помыли, убрали эти катушки. Я уверена, в химчистке это делают, потому что тут прям черные катушки, знаете, от чего-то. И она, конечно, офигенская. Просто бомбовая. Но сейчас я смотрела на сайте Tumut, у них вот таких прям нет. Я видела, по-моему, такая, ну, типа, такие жилетки у них есть, но они в клеточку какие-то. Ну, типа, вроде как прикольные, но не подо все. А это прям вообще универсал. Так, у меня есть еще вот такое полотно, которое тоже нуждается в мистер химчистке. Здесь уголок розовый. С гендер-пати. Вообще, это пальто, оно, типа, прям новое. Чистое, вообще новое. Я его один раз одела на гендер-пати. Надела. Но внизу розовое, и, типа, из-за этого розового стирать. Не, ну, можно было бы, наверное, и руками отмыть, знаете, такое. Ну, тоже, наверное, сдам. Это Fixon. У меня все, мне кажется, пальто от бренда Fixon. Маша Fixon. Офигенные вообще у нее пальто. У меня довольно-таки много их. И я их просто обожаю. Они реально очень классные. Кстати, вот этот пуховик мрамор, который у меня весь в говнище такой грязный, это тоже Маша Fixon. Очень классный пуховик. Но видите, я его насколько люблю, что он у меня настолько весь грязный. Так интересно смотреть на себя в этом пальтишке не беременной. Ну, типа пальто как пальто, знаете, но у меня ассоциации, воспоминания с ним как с
со мной беременна. Ну, короче, да, прикольно. Ну, может, весной похожу в таких вещах. Сейчас, как-то, видите, не успела, потому что как-то, блин, лето вообще говняное было. Вот я вспоминаю, когда я родила Анютку, буду тебе это говорить, такая мать. Ой, помню, когда родила я дочь Анютку. Дожди ж были сумасшедшие. Да и вообще все лето какое-то беспонтовое. Надо с ней тоже фотосессию. Надо Даше скинуть. Придумать съемку, знаете, съемку в стиле old money. Какая сейчас это... Тяжелая. У меня бы рысь какую-нибудь, или что это, не знаю, доберманов, что-нибудь такое, бриллианты. Это тоже, по-моему, Маша Фиксон. Я ни разу еще никуда это не успела надеть. Да, это Маша Фиксон, Мила. Записка от нее. Моей музе, от Марии. Приятно. Оставлю пока. Вообще, да? Клево. Надо реально съемку old money сделать. Сейчас на кухне посмотрим в полный рост. Класс. Такая вальяжная. Мать. Понял я, мать. Мест ребенок, который я кормлю своей грудью. Как бы кого-то побесить еще больше. Блин, по-моему, вообще офигенно. Слава, конечно, не любит такие принты, всегда засирает. Че бы у меня не появилось такого окраса, что он говорит, ужас, леопард, фу. Такой он, знаете. Но мне кажется, если правильно как-то это все сделать, ну, сочетать, вообще будет бу. У меня на самом деле очень много классных, крутых вещей. Вот что мне так мешает в этой штуке ходить? Вообще она такая теплая, слушайте, а может реально мне в ней ходить? Она прям теплая, реально. Вот я сейчас так сижу, я понимаю, что она плотная, теплая. Но единственное, что вот минус в снег, конечно, мокнуть будет. Хочется что-то такое, типа с горлом, с этим. Надо мне этот купить. Вообще, я думаю, может потратить много денег на шопинг, реально. Потому что, несмотря на то, что постоянно периодически какие-то классные сотрудничества с клевыми магазинами, подарки дарят, вещи, все классно. Но бывает, чего-то не хватает, и как будто бы есть какая-то вот... Когда сам себе купил, знаете. Вообще, я так изменилась с рождением ребенка. Во-первых, я начала в сторис выставлять... Блин, я сейчас спарюсь. Я начала в сторис выставлять... Так, мне нужен телефон, а то мне там не звонят, а я тут сижу в пальто. Короче, я начала в сторис выставлять себя без фильтров. Ну, типа, так как на ютубе я себя снимаю, же тут нет фильтров, никаких масок. И я начала в сторис себя также снимать, и прям вообще кайф. Думаю, да вообще норм я. Ну, типа, знаете, раньше я всегда использовала всякие маски, которые уменьшают нос, губы вот такие, все. Типа, кожа гладкая. Ну, понятно, кожа гладкая. Ну, да, это, конечно, хочется гладкую кожу. Это уже такое. Ну, типа, заниматься надо в духе кожи, понятно. А нос — это только операция, губы можно накрасить. Ну, короче, это я к чему? К тому, что с рождением Ани я, конечно, сильно изменилась. Во-первых, я стала, мне кажется, более уверенной в себе. Несмотря на то, что все равно по щелчку какие-то старинные комплексы, загоны, они вот так вот не проходят, да? Ну, то есть, грубо говоря, вот могла бы я сейчас перестать наращивать ресницы. Нарощенные ресницы, может, это тоже комплекс? Ну, наверное, потому что, например, мне не нравится мое нависшее веко, и я все-таки думаю, что, может быть, я действительно сделаю операцию, причем я вообще даже думаю не просто нависшее веко убрать, а прям натянуть виски. Ну, это так, правда. Пока не собираюсь, но если соберусь, то уж поделюсь. Ну, вот, конечно, бесит меня все равно, как ни крути, как бы я не стала более уверена в себе. Думаю, блин, живем один раз, вот реально. Короче, я стала более такой, типа, да вообще пофиг. Ну, я бы даже сказала по-другому, типа, не пофиг, а вообще пох, потому что, ну, не знаю, вот как-то, как Анютка родилась, я как будто бы стала более самодостаточной, что ли, у меня сейчас уже второй аккумулятор сядет, ну, просто суть такая, что дети меняют, и я думаю, что, конечно же, меняют в лучшую сторону, какой бы там бывает уставший я не бываю, ну, чаще, чем раньше, например, я могу больше уставать, но она меня так заряжает, что я эту усталость даже, ну, не чувствую, ну, короче, все равно... Жизнь класс. Я все равно очень счастлива и стала более уверенной в себе и счастливой однозначно. Пошла я вещи дальше собирать. Кто-то проснулся. Идите, мой сладенький. Идите, мой сладенький. Угу. Кстати, педиатр сказал, что у него зубки движутся. Ну, не то, что они завтра вылезут. Ну, наверное, может, к концу 4-го месяца вылезут, не знаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Не, вы не подумайте, не то, чтобы я такая, скорее бы зубы вылезли, скорее бы мы сели. Когда будет, тогда будет. Это вот то же самое, что, знаете, например, Анютка еще не переворачивается, хотя вот я слежу за кем в сторис. А там, например, наши ровесники, кто-то, да, уже переворачивается с животика на спинку. А Анютка еще, например, не переворачивается. Я из-за этого вообще не парюсь. Ну, знаете, бывает, мамаши, мамочки переживают. Я сама так-то мамаша, так что не знаю, кто-то сейчас обидится. Ты чего, кого-то
называешь мамашами, мы не мамаши, мы мамулечки. Просто бывает, мамы переживают, то, что вот, что-то наш малыш еще не научился делать это, почему мы еще, мы там, малыш еще не сидит, почему у нас еще то, все пятое, десятое. Но я вообще в этом плане не парюсь, ну, я уверена 100%, что есть какие-то временные нормы, когда малыш там должен сесть до какого-то возраста, там, встать, зубки, не зубки. И вот пока все... Ну, в нормах в этих, скажем так, временных, то вообще что париться, что каждый ребенок по-разному развивается, и, может, сейчас Анютка там не умеет переворачиваться, и, может, она там, не знаю, особо даже не поползет и долго не будет ползти, а потом просто возьмет и встанет. Встанет и сразу зубами со всем ртом. Поэтому вообще у нас точно еще не то время, чтобы о чем-то там задумываться, типа, почему, да почему. Да? Короче, там вещей собрала. Сейчас Слава уже придет скоро. Я попрошу, чтобы он это все собрал, чтобы как пакеты запихнет. И сегодня еще у нас по плану снять видео про всякие штуки-дрюки с ребенком. Что пригодилось, что нет. Никак не сниму такое видео, хотя что там снимать. Просто я хочу такой формат, что Слава с камерой. Что Слава с камерой будет меня снимать, а я буду ходить, например, по комнате детской и показывать то, что вот это нам вот так пригодилось, это оттуда-то. Типа, это клево, это не клево. Вот, например, вот это ведро офигенное, вообще офигенное. Ну и рассказать, понятно, про плюсы, минусы, что нравится, что не нравится, что пригодилось реально, что нет. Я прям кайфую от того, что у нас есть, хотя у нас были гаджеты, которые вообще не зашли. Пару раз попользовались и такие, типа, попробовав там вот такой пол, другой пол, тоже у меня уже сложилось какое-то мнение. Понятно, что все равно каждой маме и каждому ребенку что-то одно зайдет, что-то одно не зайдет. Поэтому это все равно, ну, на вкус и цвет, индивидуально. Но в любом случае, у меня уже есть тоже свое какое-то мнение на этот счет, что реально прикольно и нам подошло и понравилось, а что реально вообще нафиг не надо. Ну, короче, не знаю. С другой стороны, у нас просто реально столько всего, и это класс. Во-первых, куча всего дарит, куча всего по бартеру, куча всего я сама покупала. И поэтому, ну, как бы от того, что такой большой избыток, ну, как избыток, ну, типа, ну, да, наверное, типа, куча всего и чего-то даже по два. У нас два эрго-рюкзака, но их пока мы не можем протестить. Я вам говорила в начале влога, что я пока не могу дать свое какое-то заключение по поводу эрго-рюкзака, но у нас есть два. Один от Чика, другой от Baby Bjorn. Я не знаю, сколько стоит от Чика, потому что нам его подарили, сам бренд, вот, за что им большое спасибо, потому что они нам много всего подарили классного, и игрушки тоже офигенные, и коврики от них тоже у нас есть. И как раз, когда придет время, мы обязательно потестируем и тот, и другой. И я скажу вам свое мнение. Какой лучше? Реально скажу, какой нам больше зашел, от Baby Bjorn или от Чика, потому что, ну, вроде как, типа, более такое на понтах от Baby Bjorn. И у нас от них шезлон, который пока еще не это... Нет, мы его, бывает, используем, но, знаете, такое. Он у нас больше использовался, когда у Анютки были колики, потому что ее можно было в нем успокоить. А сейчас как-то это, она пока в нем не качается, не шатается, поэтому не знаю. Ничего не понимаю, плачешь или смеешься? Кусить пойдем, уже время. Когда ты ела? 2,5 часа. Кстати, мне кажется, я ее довольно-таки часто кормлю. Типа не раз в 3 часа. Лигусь-ка-лигусь. Иди, какая холёсенькая. Вот вроде как от Baby Bjorn такой более на понтах. Ну, посмотрим. Может, окажется, что Чика намного лучше. Что я не знаю, пока не могу прокомментировать. Плюс у нас новая кроватка, кстати, появилась от Happy Baby. У них новая кроватка, в принципе, вышла, типа как, ну, модель новая. И тоже у меня есть что сказать, потому что у нас еще на даче есть кроватка от Happy Baby. Другая модель. Вот самый лучший способ вот так вот ее носить. Она не плачет, потому что она все видит, ей по кайфу и интересно. Она не докасается, если я накрашена, ну, лицом не докасается. Ну вот, типа, столбиком. Вот так вот мы ходим, рыгаем. А вы как думали? Самое мое любимое, когда я, знаете, с кем-то по телефону заканчиваю разговор, и Анютку только что покормила, вот так вот стою с ней, и просто все, да-да, давай, пока. Еще вроде как не сбросил, и Анютка такая под конец. Еще улет. Один раз у меня такое было. Ну, не знаю, на том конце услышали. Но я такая, ну, ничего не знаю. Это не я, это Анютка. Пока мне еще не звонили, сейчас уже, кстати, почти 5. Мне пока не звонили по поводу химчистки забрать. Вы видите, вот с такой гулькой хожу. Что я вообще сегодня сделала? Блин, на самом деле, так быстро накрасилась. Вот, знаете, думаю иногда, что бы не накраситься вообще. Время фигню заняло. Анютка хорошо сегодня вроде покемарила сейчас. На улице вообще просто зима. Ой,
Что у нас там интересно? Это пока не надо, она пока у нас не на прикормах. Да, подкрывать у нас, конечно, какая-то ерундовина. Да? Бипс. Новая кровать Вивьены. Так, ну что ж, Анюткин, будешь тестировать? Наконец-то! Мы этого так долго ждали! Давай, кулачок. Хопа, 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 хопа. Да, сейчас будешь тестировать. Так, а он выше делается? Выше? Да. Тут это собирается или опасно? Покажи, что там за система. Ну, она... Как она вообще работает? Только так и должна стоять. Ты думаешь? Ну, зачем мне? Вот так как ребенок будет сидеть, ты чего? А, ну не, уж не совсем так. Вот так она должна стоять. Угу. Блин, как обидно. Это, короче, какая-то старая модель. Они сейчас сделали другую. И здесь вот эти колеса только вперед едут, понял? А задние крутятся на 360. Да, я знаю, да. Тупо они сделали. Они сейчас выпустили новую модель, где уже такого нет, и они все крутятся клево. Вот что сразу так не сделать? Во, клево. Пустить. Зачем? Ой. Пусть на самый верх будет. Механизм вроде держит. Давай сядь. Ну класс. Вот это, конечно, все, ну, постирать надо, но я сейчас протру. Что-нибудь постелю, может. Мне просто уже охота, охота, охота. Вот так надо спинку, наверное, поднять, нет? Ну, чуть-чуть, наверное, можно уж. Не сажать, а просто чуть-чуть. Как там, какие регуляторы? Ну-ка. Ну да, я думаю, надо глянуть. Ну, сейчас посмотрим, главное, чтобы не сидел ребенок. А то как будто бы она тут сядет. Она любит, когда ты ручки делаешь туда-сюда. Вот так. Вот что рот открывает, да? Так, ну ладно, все, давай уже, хочу посадить туда, ё-моё. Встанешь? Ты готова? Ой. Как будто бы надо еще сложить. Такая ты... Трунти-пунти. Да ты посмотри, какие классно, все видит. Да? За всем наблюдать будешь? Уже опять рот открывает, кусит все это, собирается. Слушай, ага. Что-то... Ну, надо поправить, надо побольше вытянуть. Так, и тут тоже надо поменять. Что там, не система? А, это в середину вталкивается. Ну да, да. Надо просто подлиннее сделать. Да, сейчас. Мы разберемся. Вот ты моя жалость. А что это не делается? Делается, делается. Там надо просто специально оттянуть. Бля, давай ты. Только мне кажется, мы ее все-таки чутка отпустим. О, так слушай, в этом намного ей прикольнее, чем в той. В той она как в кровати, ничего, считай, не видит и бесится. А в этой она прям как взрослая тетя Мотя. И тут тоже ослабь. И мне кажется, ее положить все-таки еще надо. А то она как будто слишком уж... Какой ослабить? Вот этот? Вот этот, да. Ну слишком, посмотришь, натягивается. Зачем так давит? Будь здорова, будь. Здорова. Все, делай более свободным, а то слишком давит. Клево. Манюнь, тебе идет этот стул. Какие у тебя вообще ощущения, скажи? Ты ожидала, что когда-нибудь сядешь в такое кресло? Ладно, сейчас разберемся и покажем, что получилось. Вот такая получилась у нас Анютка. Анютка? Анютка? Только вот игрушек не хватает. Надо посмотреть, вообще сюда шло что-то такое. Ну нет, сюда же стол только шел. Но на стол можно было бы ставить игрушки. Папа вам не мама. А камера это Анютка. Я просто стою тупо улыбаюсь, так вот, как этот кринж-мамаша. Слава. Вот, короче, скорее поудобно. Мамочка, можно, пожалуйста, чуть-чуть молочка? А как там песня? Надо рылс такой сделать. Ой, блин. Задними крутишь? Ну не надо ее передними крутить. Я и не кручу, но мне же повернуть-то надо как-то. Тут видишь, места нет. Да, сложи ее, давай. Заодно мастер-класс мне покажешь. Потому что я не могу, я эту хрень не могу сложить. Как ее сложить, не понимаю. Вот даже интересно.
что у меня она в итоге потом не складывается. Сейчас придумаю, как-то. А, ты сам не знаешь. Вчера мне говорил, да ты не умеешь, я складывал. Вот ты, мне тоже казалось, что что там складывать? А она в итоге не складывается. Ага. Так, не гляди. Да-да, я так, знаешь, сколько стояла? У меня сложилось вчера. Все сложил. Короче, что я поняла, что вот такое кресло мне намного больше нравится. Для того, чтобы с малышом как-то взаимодействовать, чтобы он не лежал, например, на полу, не лежал в кровати, а именно вот чтобы вот, вот так вот, что мне кажется вообще прикольно. И Анютке прикольно, что она, ну, как бы не снизу на нас смотрит и не лежа из кровати. Ну, то есть малышу так вообще, мне кажется, клево. И сюда можно прицепить, что хочешь. Она, правда, все равно постоянно пытается привстать. Ну, вот тут есть кнопка, и, типа, она делается более такой сидячей. Но, не, ну, может, вот под спину даже что-нибудь подложить, и не будет она такая вот прям, как будто сидит. Но все равно мне не нравится. Наверное, это такое довольно-таки сидячее состояние. Не знаю. Может, под спину что подложить? Ну, прям как будто сидит. Но ей это, конечно, больше нравится, чем вот так. И я ее понимаю. Так, считай, все равно валяешься. Лучше уж вот так вот сидеть и смотреть на маму, папу, на движуху какую-то, да? Чем это? Из кровати. Из кровати ничего не видно. У нас есть вот такая дуга. Ну, дуга как дуга. Кстати, причем у нас их две. Одна вот такая, другая вот такая. И вот эта, она прям больше. То есть она такая. А это как будто для малышей совсем. Для чего-то маленького. Ну, сюда хорошо подходит такая моя любимая песня. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто-то прибежал. Любимый звук. Ну, как тебе гаджет? Анютки. Сижу, вот смотрю видосик перед тем, как его открыть. Ну как смотрю? Вот такой на Рутюбе у меня вышел. Про партнерские роды болтаем со Славой. Поворачиваюсь, а тут голова аж вывернутая. Снюля, нельзя такое. А нельзя смотреть. Понимаю, как неприятно, когда что-то запрещают. Я тоже такое не люблю. Я пошла работать, и на этом я закончу этот влог. Пойду снимать интеграции, всякие сторис и так далее. У меня тут голый ребенок лежит. У нас эти воздушные ванны периодически. Вот, сейчас уже 6:30. Где-то 8 я, наверное, поведу Анютку купаться. Аллергии не было же вот этого у тебя пятна здесь. Гляди уже. Воздушные у нас ванны. Обычно я ее полностью голенькой кладу. Вот так вот на пеленочку. И она как лягушка сбрасывает с себя всякие пеленочки, распространочки. Да? Чуть-чуть тут две сосульки делают. Вот это ее любимая игрушка. Ну, как сказать, любимая. Просто она ее хорошо держит, потому что здесь ножки такие плотненькие и ручки. Их удобно можно держать в руках малышу. Ну, потому что они такие тоненькие и не сильно мягкие. Ну, в смысле, мягкий, но не сильно. Бери. А, бери. Ручки она обычно держит и потом в рот сует себе его. Тут такая вязка интересная. И что он у меня стиранный? Ой, господи. Вот, вот, видите? Что она любит им себе это десны почесать. Бошку особенно прям берет. Ухи вот эти вот. Ухи. Ням-ням-ням-ням. Мам не запрещает. А чё? Рано или поздно все равно все в рот потянет. И вот этого она обожает именно жевать. Вот этого она просто любит теребонькать его ножки. Ну ладно, теребить, скажем, лучше так, а не теребонькать. Еще ближе поднеси, а то не видно. Аж глаза все скосило в нос. Невкусно? Аж слюна течет, мама дорогая. Привет! О, ничего себе, сел твой автомат. Заколебался, можно петь. Ладно, можно музыку выключить, теперь просто крутится. Так что такие дела. Не, ну прикольное кресло. Все мне в нем нравится, кроме колес вот этих. Вот это прям вообще минус. Я думаю, что мы это кресло отправим на дачу к моей маме. А себе сюда в Москву купим что-то другое. Может быть, такую же штуку, как я дарила Монтику, Карининому сыночку. Там штучка такая классная с качелями.
и колеса более поворотливые. Ну, в общем. Не, ну, кстати, у Happy Baby сейчас стульчики новые, они колеса все крутятся. Но это просто у нас модель такая, как бы устаревшая уже получается. Вот так вот быстро все меняется в этой жизни. Вроде только недавно родили, недавно нам подарили, а уже устаревшие. Вот так вот. Каждый день что-то новенькое выходит. Зато у нас офигенная кроватка от них. Ну, она вроде как тоже обычная, но я прям очень довольна, потому что я хотела поменять кровать. В Телеграм тоже об этом делилась. Почему хотела поменять все. Ну и видео, которое, вот, кстати, я для Рутюба хочу снять. Так что обязательно на меня подпишитесь на Рутюбе. Ссылочки все оставлю. Хочу снять для Рутюба видео о том, что нам пригодилось, что не пригодилось. И как раз заодно покажу минусы, плюсы кроватки, которая у нас была, которая у нас сейчас, все вот это. Так что обязательно ждите. Ну, не знаю, вышло уже это видео или нет. Короче, посмотрите, подпишитесь. А еще скоро Карина приедет с Грузии, мы с ней встретимся, познакомим наших детей. Это будет наша первая встреча. Анютке уже 4 месяца будет, прикиньте, мы 4 месяца с Кариной не виделись. Ну, до этого год не виделись, так что ничего страшного, даже, мне кажется, больше. Буду тоже снимать влог с этого дня и планирую тоже его загрузить на Рутюб, так что обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить. Хочу туда прям такой классный эксклюзивный контентик загрузить. Хочу тоже там, скажем так, набрать аудиторию. Так что подписывайтесь, ссылки оставила в описании. Ну все, я с вами на этом прощаюсь. Пошла я снимать всякие интеграции, проекты. Потом буду купать Анютку, потихонечку уже смывать макияжи всякие. Думаю, может быть, даже сниму рилс. Хочу поставить камеру на зарядку. Не вот эту влоговую, а такую большую, профессиональную. Так что спасибо, что смотрели этот влог. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Оставляйте комментарии, какие темы вы хотите, чтобы я обсудила, задавайте вопросы. Сейчас влоги будут выходить очень часто. Я думаю, что просто, типа, я сняла, и через 2 дня или день выходят. Ну, короче, хрен знает. Мне кажется, будут очень часто выходить. Так что теперь мы будем на связи. Вероятно, что влоги будут чуть покороче, зато будут постоянно. Постоянно. Теперь буду снимать, наверное, каждый день. В общем, ладно, всем пока.